В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты местных советов. С этого момента претенденты на депутатское кресло могут собирать подписи, выдвигаться от политических партий или трудовых коллективов. Параллельно до 14 декабря Центральная комиссия продолжает принимать документы на регистрацию инициативных групп. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов продлится до 8 января. Затем стартует предвыборная агитация. Сами выборы пройдут 18 февраля. В общей сложности по стране сформируют 18 111 округов. Столько же депутатов предстоит избрать.